Как пойду я на быструю речку, сяду я да на пруд бережок, посмотрю на родную сторонку, на зеленый приветный лужок. Ткали в Китежеград, умудрясь в мастерстве, золоченые пряди по суровой канве. Вышивали цветами ослепительный плат для престола во храме и для думных палат. Но татарские кони ржут вот здесь у ворот. Защитить от погони молит деву народ. И на дно голубое, в недоступную глушь, сходят чудной тропой сонно праведных душ. Там служения другие, у иных алтарей. Там вершит литургию сам Иисус Назарей. Не довышит и брошит дивный плат на земле. Под дождем и порошей, в снежных бурях и мгле. Кто заветные нити сохранил от врага, наклонитесь, подите, поцелуйте снега. Отчего бора, помолитесь Христу, взгашайте узор по святому холсту. Мы узнаваем, изменили мы облик родной земли. Во что бы ни пытались мы превратить эти храмы, монастыри, они настолько срослись с природой севера, что думалось часто в дороге, будто они и не возникали когда-то, а всегда, вечно были здесь, с нами, не построенные, а выросли на этой земле так же, как вырастают деревья. Митрополита Иоанна, иеромонаха Владимира,
монахини Варвары, инокини Лидии, монахини Екатерины, монахини Капитолины, монахини Дмитрия, монахини Любови, монахини Александры, воина Стефана, Надежды, Екатерины. Для престола во храме. Ткали в Китежеграде. Но татарские кони ржут вот здесь у ворот. Защитить от погони молит деву народ. Мамай с несметными силами продвигался к Дону. На второй день Успения князь Дмитрий отправился к преподобному Сергию просить благословения. Господине, отдай врагам честь и злато, и серебро. И Бог не попустит им одолеть нас. Он вознесет тебя, видя твое смирение, и низложит их непреклонную гордыню. «Все это я уже сделал», — ответил Дмитрий. «Но враг мой возносится еще более». Выслушав эти слова, Сергий сказал: «Иди, господине, безбоязненно. Господь поможет тебе на безбожных врагов». И тихо добавил князю: «Победишь и враги твои». Наутро, в день битвы, над Куликовым полем стоял туман. Когда он рассеялся, то обнаружились две рати. Посреди русского войска развивалось алое великокняжеское знамя с изображением нерукотворного Спаса. Дмитрий произнес вдохновенную речь. «Пришло, братья, время брани нашей, и настал праздник Матери Божией и всех небесных чинов. Если останемся живы ради Господа, если умрем за мир сей ради Господа». Перед сражением в русском стане читали грамоту Сергия. Сам же преподобный в эти часы молился с братьями у себя в монастыре. Рассказывал о ходе битвы, называл имена павших и тут же служил по ним панихиды. В конце сказал: «Мы победили». Простых судеб, ни у отдельных людей, ни у целых народов и государств. И все-таки, не возвеличиваясь и не уничижая других, хочется повторить: у России судьба особая. Особая хотя бы потому, что в истории рода человеческого она единственное государство, именовавшееся Русью Святой. Приняв крещение, земля русская настолько искренне и глубоко, по-младенчески доверчиво открыла свою душу Евангелию Христа,
что чудилось иногда, будто и храмы эти, и сам Христос воплотился у нас, на Руси. Русское будущее немыслимо без опоры на православие. Православная церковь – единственный в отечественной истории общественный организм, оставшийся неизменным на протяжении всех ее 10 веков. Церковь невредимо пережила все войны, смуты, гонения и катастрофы. Она, и это доказала сама жизнь, безмерно жизнеспособней каких бы то ни было гражданских, идеологических, политических и религиозных структур. Бурный поток нашей истории часто опрокидывал незыблемый, казалось бы, порядок вещей. Менялось все. Лишь церковь оставалась непоколебимой в своей благодатной, богоданной полноте и духовном совершенстве. Об эту твердыню разбивались все попытки исказить русскую душу, изуродовать русское самосознание и упразднить русскую державность. Мы сегодня отмечаем явление Божьей Матери Евдокии Адриановне, которая сподобилась именно такого видения. И что характерно, надо отметить, там у газеты все описано, что она не явилась ни дворянам, ни интеллигентам, ни священнослужителем, не патриархом, а явилась бедной крестьянкой. Это говорит, надо отметить о том, что Матерь Божия избирает смиренных. Вот и вы участвуете в крестном ходе, тоже похожи на ту Евдокию, потому что вы служите единой цели, именно служить Божьей Матери. Много разных чувств перебывало в душе. И обреченность, и надежда. И в то же время стойко повторявшееся чувство безвозвратной утраты чего-то невыразимого. Такое же стойкое ощущение того, что эта северная земля при любой погоде и в любое время года как-то таинственно, тихо светится, подобно каплям фосфора в темноте. Свечение это, невидимое глазами, отзывалась в душе то одинокой молитвой, то какой-то неведомой песней, звучавшей внутри невинным младенческим голосом, которая вбирала в себя все, что переживалось и думалось. Неведомая эта песня, будто и нашлась на пластинке, разве что чудесным образом уцелевший в разоренном алтаре храма Павла Обнорской пустыни, некогда одной из жемчужин Северной Фиваиды.
В приказных палатах было сосредоточено управление Коломенской дворцовой волостью. В полковничьих палатах размещались командиры, полковники стрелецкого гарнизона, охранявшего государев двор. То есть напрямую касается охраны государя. А кто в дальнейшем стал государя охранять? Это вот в этих палатах, да? Казачьи войска. Вот, кстати, колокола подтверждают истину. Значит, казакам поменять пятиконечные звезды на восьмиконечные — это железно. Вот. Хватит смешить всех, прежде всего себе, каббалистическими знаками. Вот. Значит, снять самостийные флаги, донские, кубанские, терские и тому подобное, вернуться к войсковым знаменам, которые были до 17 года. Радуйся, Мать Божия, державная, заступница усердная, рода христианства. Видите, какой путь? Хрущев сказал, в 81-м в году не будет ни одного попика. А мы видим, что церковь возрождается. И большевистская власть от нее лопнула, как мыльный пузырь. Монарха — это уже дело вопроса. События, начавшиеся под благовидным предлогом реформ, оказались больше похожими на войну. Необъявленные, без видимого врага, линии фронта и вроде как бы и не существующие. Полем сражения оказалась душа человека. Идут страшнее волн всемирного потопа, волны лжи и тьмы. Окружают со всех сторон, готовы поглотить вселенную. Истребляют веру в Христа, подавляют его учение, повреждают нрав, притупляют, уничтожают совесть. Полтора столетия минуло с тех пор, как прозвучали предупреждения святителя Игнатия. Но взирая ныне на современное духовное убожество наше, те же слова теснятся в груди моей. Невольно срывается с губ. Мы с вами, братья, свидетели того, как волны эти чуть было не погубили в пучине своей отечество наше. Сделав все возможное для превращения русского человека в бездумного, безликого раба вещей и денег, разрушительных страстей и низменных устремлений. Да и то сказать, миновало ли лихо? Ткали в Китежеграде, умудрясь в мастерстве, золоченые пряди по суровой канве. Вышивали цветами ослепительный плат для престола во храме и для думных палат. Россия, Русь, дом Пресвятой Богородицы. Всего лишь столетия назад, даже меньше, купола храмов и церквей, словно верстовые столбы, постоянно сопровождали странника, купца, любого русского человека, отправившегося в путь. Будто освещали пространство,
побуждая задумываться над смыслом жизни, над ее тайнами и чудесами, невольно возвышая и мысли, и чувства к небесам. Храмов и часовен на русской земле, в том числе и на севере, было столько, что крест Христов был всегда виден человеку, в какой бы точке Отечества он ни находился. Храмы будто связывали воедино необъятное пространство России, объединяли их, укрывая землю Отечества под одним общим куполом православия. Нередко недоумение вызывают у нас люди, отказавшиеся от всех мирских ценностей, богатства, славы, даже от своих родителей, жен, детей, от самого себя. Мы почти изъяли из своего сознания высокий вопрос о смысле жизни. И такие понятия, как спасение, жизнь вечная, стали для нас чем-то отдельным, далеким, не имеющим отношения к существованию человека. Кротость, смирение, труд, непрестанная молитва, одиночество, жизнь в пещере, в дупле дерева, как Павел Обнорский, в лесу, среди болот, как Нил Сорский, предок знатного рода Майкова. Таков добровольно выбранный удел отшельника. Во имя чего? Зачем? В настоящее время мы по нашей всеобщей холодности к вере в Господа Иисуса Христа до того дошли, что почти вовсе удалились от первоначального понимания смысла христианской жизни, как стяжания благодати Духа Святаго. Вы ведь понимаете, что такое стяжание денег, почести? Под предлогом просвещения мы забрели в такую тьму неведения, что уже вовсе удалились от разумения того, что древние люди понимали совершенно ясно. Даже в самых обычных разговорах явление Бога между людьми им не казалось странным. Серафим Саровский сказал это еще в начале 19-го столетия. Слышали мы все это? Читали. И все-таки. Сегодня, воочию видя разорение Отечества, причины всего ищем в ошибках вождей, властей, и помощь надеемся получить оттуда же, забыв, что после крещения во все тяжелые периоды истории помощь на Русь приходила с небес по вере и молитвам ее святых угодников Божиих. Мы находимся на том месте, где были уничтожены останки царской семьи, где они были уничтожены огнем и серной кислотой, и святые мощи были рассыпаны их пеплом по всему этой территории, и мы, как сейчас, как под открытым антимирсом, ходим по этим святым мощам и освящаем себя, освящаем свою жизнь и получаем благословение от святых царственных страстотерцев.
насельники девственных лесов севера, по духовной силе, мощи своих подвижников, по высоте их достижений, были равны отцам первых веков христианства. Но как знойная африканская природа, с ее ярким синим небом, жгучим солнцем и сочными красками, отличается от акварельных тонов нашей северной природы, таким же образом отличается святость отцов египетской пустыни. Бурная и могучая, восточная святость, подобная яркости южной природы, отличается от нашей святости, тихой, величавой и кристально светлой, как светел и ясен лучезарный и тихий вечер русской весны. Иоанн Кронштадтский, последний пророк, призывал к покаянию всех и угодить здесь о покаянии. Но сказано, коммунисты, то есть безбожники, твердолобые, не сподобятся покаянию. Только покаяние может быть в дороге, то есть к церкви дорогу. И вот мы видим рождение России. Дорого это, дорого. Камешка по камешку, и церковь на церкви. Тысячи церквей возродилось. Много монастырей. Это говорит о чем? Что Матерь Божия не оставляет Россию. Но святые отцы говорят, что Божьей Матери Господь всю власть поручил. И поэтому, если Божья Матерь помилует, то и Господь помилует. И на раздаятельница здоровая Златоуст говорит. И если она отвергнет, то и Господь отвергнет человека. Она лестница, она не равная купина. Она проливает слезы, святые отцы говорят, о каждой душе погибшей, о каждом грешнике. И сколько слез пролито и за нашу матушку Россию, когда господствовала большевистская власть. Страна моя, Русь моя, что с тобой стало? Разинули на тебя пасть свою все враги твои? Говорят, поглотили мы его, только этого дня ждали мы. Дождались, увидели. Зову друзей моих, но они обманули меня. Процесс разложения живого и цельного христианского мироощущения, предсказанный Господом Иисусом Христом почти 2000 назад, близок к завершению. Антихрист, как реальная политическая возможность наших дней, уже не вызывает сомнений. Никто не знает, сколько отпущено нам, чтобы опомниться, раскаяться, перемениться. Поэтому каждый спроси себя, не откладывая, не я ли причина нынешнего позора? Не мой ли грех удерживает отчизну в бездне падения? Не мое ли нерадение отлагает светлый лик воскресения? Русские люди, подумайте здраво. Среди нас нет никого, кто мог бы оправдаться. Случись ему отвечать на эти вопросы не перед земным судом, пристрастным и слабым, но перед судьей всеведающим и всесовершенным. Они жили в той же стране, что и мы, под тем же небом,
часто находились в тех же житейских обстоятельствах, что и мы. Ибо мир всегда один и тот же. Обстоятельства и время не сохранили нам целости всего этого наследия. Так что подвиги многих святых угодников Божьих навсегда соделались для нас неизвестными. Забыты даже места, где погребены их святые труженические телеса. Немного уцелело от рук времени. От наших рук уцелело еще меньше. Но и в том, что уцелело, в жизнеописаниях святых, каждый из нас найдет себе необходимое наставление и пример для подражания. Это наш православно-христианский облак свидетелей веры и благочестия. Это ангелы-хранители нашей страны, наши молитвенники перед Богом, покровители и защитники от врагов, наставники и руководители в деле спасения. Не знать их значит не знать своего лучшего и мучиться жаждой рядом с источником вод. Нужно дорожить тем, что Господь даровал нам свободу религии. Вы не понимаете под гнетом, кто быть большевистом. Я прожил жизнь. Вот что. И что значит духовность? И вот настоящие люди лишились духовности. Лишились Христа. Все материалисты ныне понимают, их не возродить. В 49-м я тоже видел, как Матерь Божия кровью плакала. Это Брянская область, орден Млин, захолустная деревня. Там у Матери Божией, у Казанской, потекли слезы. Призвали врачей, обследовали. Да, говорят, это кровь человеческая. Где берется и где взялась, мы не знали, потому что все боялись всей власти. Так вот, Матерь Божия плачет и России, плачет и каждой душе. Поэтому будем прибегать к ее заступничеству, ходатайству. Она любовь, она неранная нива, она незаходимая звезда, она наша предстательница, она заступница рода христианского и каждой души. Аминь. Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Воистину воскрес! Богородице, Мать света, любви и добра, ты надежда моя, Богородице, и чудесных прощений пора, ты надежда моя, чудесных просветней пора. Богородице, Богородице, как люблю тебя всей душой. Ты звезда моя, ты заря моя, ты луч света в жизни земной. Ты звезда моя, ты заря моя, ты луч света в жизни земной. Пред иконою, пред лампадою, низко склонясь к тебе поклонюсь, пред владычицей и оградою, со слезами опять помолвлюсь. Было дважды видение. Я, по-моему, только мы вышли с Одессы, ну где-то, я не знаю, несколько, это на первой неделе. Было видение, что идет впереди Спаситель в белых одеждах. По правую сторону крестоходцы, по левую сторону люди, которые шли за нашим крестным ходом. Над нами Матерь Божия распростирала свой амафор. А сзади шел с огненным мечом архистратих Михаил.
очень запомнился случай исцеления бесноватой женщины. Значит, это по думанию есть монастырь Георгия, Святой Георгий Победоносца, ему уже 350 лет. И вот, когда мы уже уходили, провожал нас игуменья и с сестрами, и вдруг, значит, возле иконы забесновалась женщина. Она стала кричать: «Державна, что ты наробила?» И начала плясать. Так она плясала, что жутко было смотреть. Крутила ее, выкручивала в дугу. Ну, казаки подбежали, и она пыталась бежать к игумени Рафаила. Игуменья Рафаила запомнилась. И вот, значит, когда она подбежала к игумени, ну, казаки ее забрали, не дали ей, чтобы она нанесла увечья. Она стала кричать. И, значит, кричать враг, значит, сидел 32 года в ней, бес сидел. И она кричала, пена изо рта, она падала. Мы ее поднимали и вели ее. Вели ее где-то 100 километров. Господь призвал меня быть врачом, потому я с ней старалась быть рядом и оказывать ей помощь. А потом она как закричит: «Державная, ты мне спасла! Ты мне спасла, ты мне исцелила!» Достойны ли мы ныне называться соотечественниками пламенных ревнителей православия? Сонмов подвижников Соловецких, Печерских, Троицких, святых благоверных князей Владимира Крестителя, Александра Невского, Дмитрия Донского, стойкого патриота, священномученика патриарха Гермогена, солнца русской святости, преподобного Сергия Радонежского и других великих соплеменников наших. Знает Бог, сколь тяжел русский крест, сколь коварен враг, сколь люд дух уныния, нашептывающий нам: «Погибла святая Русь, умерло былое благочестие, исчахло русское сердце, померкла державная мощь России». Не верьте ему, братья и сестры. С Божьей помощью управим маловерные сердца наши, отвечая сопротивным силам словами Священного Писания: «Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог». Ход истории зависит не от нас, но от нас зависит, какое место мы займем в ее течении. Митрополит Иоанн Снычев. Победит и он врага. Я на небо, я на небо, я на небо посмотрю и увижу в небе раннюю зарю. Как-то возьми и спроси я у карты страны на стене: кто спас тебя, мать Россия, в последней великой войне?
когда занимались с марша деревни и города? Кто спас тебя, воин, маршал, от смерти, родная, тогда? В огне полыхала Волга, Москва была к сдаче близка. Но сдюжили мы, и долго на запад шли наши войска. Ах, милая пыльная карта, в морщинах старинных дорог, от гибельного штандарта кто спас нас? Конечно же, Бог. Нашу царскую церковь грузины передали вот эти вот прекрасные белые цветы, кроме лилии. Все ваши вопросы, которые у вас к нам есть, да? И в ходе разговора, во время нашей презентации, мы все эти вопросы осветим, да, все, дадим ответы на все эти вопросы, и потом просто передадим вам эту запись, и все. Как вы думаете, полностью. Вот такой вот вариант подходящий будет для вас? Да, давайте по-другому сделаем. Да. Я хотел послушать вашу... Непонятно теперь все одно величавость прошедших времен. Только смутно доносит кино шорох платьев и шелест знамен. Книга дрогнет в усталой руке, и мечта не рассеется дым. Мы на разном совсем языке пишем, думаем и говорим. Но как прежде лепечет листва, так же птицы поют по утрам. И все те же молитвы слова наполняют предпраздничный храм. Не коверкай эпохи итог, удержись на крутом вираже, ведь покуда природа и Бог одичать не позволят душе. Дорогие мои, в истории России было три престола, три царских дома. Мы знаем, что первый дом – это был дом Рюрика. И возглавил его Иоанн Грозный, Иоанн IV. И продолжил его сын, царь Федор. Вот второй царский престол, престол Годуновых, он запомнился тем, что был призван на царство всенародно и единодушно, призвал Бориса, который долго не соглашался. Но после неоднократного его призвания патриарх Иев объявил, что в случае нового отказа Бориса отлучит его от церкви, прекратит богослужение во всех церквях государства. В то же время он сам и все епископы сложат себя сам и облекутся в рясы простых монахов. Такого случая, дорогие мои, в истории российского государства ни до, ни после никогда не было. В 613 году был призван на царство Михаил Федорович, первый из рода Романовых. Царская власть, данная Господом первому богоизбранному народу Израиля в лице царя Саула и до 17 года царем Николаем, благодаря его жертве, была запечатана. Человечество постоянно нарушало слово, данное Господу. Из-за борьбы за власть. Власти хотели родственники, олигархи, архиереи, высшие армейские чины и тому подобное. Постоянно шла борьба за власть без царя. Без царя, избранного царя, Бога данного. После 300-летнего правления дома Романовых царь Николай II был свержен с престола в результате переворота, в результате предательства. А в 18-м был злодейски убит в доме Ипатьева в Екатеринбурге со всей августейшей семьей. Добровольная искупительная жертва. За предательство пролита кровь, дорогие мои. Только он имел право пролить кровь за народ. Господь таким образом простил народ. Говорит об этом митрополит московский Макарий. Русский царский дом именуется
Дом Романова-Нового соединяет в себе три династические ветви предыдущих царских престолов. Последний престол Господь до нашего времени сокрыл. Престол, ветвь, она была сокрыта 300 лет, а то и больше. Ибо служение православного народа, входящее в план божественного мироправления, оно имеет вечное значение. Измена, ему есть колебания законов Вселенной. Русь выбрала себе святость как высшее задание своей истории. Именно в этом и заключается цель моего служения, дорогие мои. Именно в этом заключается цель моего служения. Как пойду я на быструю речку, вся